К другим темам. Президент России в 13-й раз ответил на вопросы жителей. Очередная прямая линия с Владимиром Путиным длилась 3,5 часа. Глава государства по сложившейся традиции ответил на вопросы жителей страны. Чаще всего интересовались темой санкций, кризисом, позицией рубля. Также по-прежнему волнуют людей события в Украине, отношения с Западом, повышение стоимости ОСАГО и пенсионного возраста. Жители Саратовской области тоже не остались в стороне от прямой линии. Так, мужчина из Балашова задал президенту вопрос о том, когда будет восстановлено междугороднее пригородное направление Саратов-Балашов. Житель города посетовал, что электричку отменили год назад. Уважаемый Владимир Владимирович, вам звонит Алексей Анатольевич. Вы обещали наладить движение электричек. У нас в Балашове все по-другому. Скажите, пожалуйста, как может возрождаться наша деревня, если раньше ходила электричка Балашов-Саратов? Почти год, как ее отменили. Люди не могут куда-либо выехать. Обязательно с этим позанимаемся и будем дальше стремиться к тому, чтобы были найдены оптимальные решения и с экономической точки зрения для перевозчика и для региона, но и для людей. Есть вещи, которые придется региону и государству взять на себя. Особенно, когда нет другой альтернативы для граждан, которые должны жить нормальной жизнью. Напомним, отмена электричек в области началась весной 2014-го. Только за год были закрыты 22 направления. Перевозчики заявили, что средств, выделенных правительством области, на обслуживание пригородного электротранспорта не хватает. Такая ситуация наблюдалась во всех регионах страны. В 2014 году отменили около 600 электричек в 26 областях. 4 февраля текущего года на совещании с правительством Владимир Путин потребовал немедленного восстановления пригородного железнодорожного транспорта. Уже 8 февраля по 8 ранее закрытым направлениям пустили электрички. Всего же в области запланировано восстановление более 50 направлений.